27 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулисский район. Глава государства первой леди в связи с 27 сентября Днем памяти возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Карахамбейли Физулинского района. Президент Азербайджана выступил здесь. Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в 12:00 в связи с Днем памяти минутой молчания почтили память шахидов Отечественной войны.